Всем привет, с вами Дмитрий Синев. Сегодня мы сделаем очень быстрый рецепт печеночных оладушек. А генеральный партнер этого видео – техника Волмир. Скидка 5% на всю технику по промокоду Синев. Ссылка на интернет-магазин в описании. Для рецепта мне понадобится полкило куриной печени, одна средняя луковица, одна средняя морковка, либо две маленьких, одно яйцо и специи. И немного сливочного масла. Вот так вот хаотично нарезаем лук и морковь. Готовить фарш мы будем в блендере. В чашу отправляем печень, лук с морковью и разбиваем яйцо. На полкило печени я использую где-то одну чайную ложку без горки соли. И добавляем прям буквально 50 грамм сливочного масла для более яркого, насыщенного вкуса. Все. И хорошенечко измельчаем блендером. Также добавляйте различные специи, да, вот сюда очень хорошо подойдет кориандр, да, немного тимьянчика. Вот, я решил сделать такие нейтральные, без специй особо сильных. Получилась у нас такая масса, и вот посмотрите, все пленочки от печени, они, в принципе, намотались на нож. Вот, так что особо сильно разделывать здесь тоже не нужно. Отправляем нашу массу в более большую емкость. Можем уже ставить разогреваться плиту. Процесс очень быстрый. Добавляем в нашу массу где-то 5 столовых ложек муки. Муку уже регулируйте под себя, да, какая вам густота нужна оладушек. Это все будет зависеть от влажности печени, от состава яйца. Загущаем нашу массу. Сковороду разогреваем на среднем огне. Добавляем немного масла и можем обжаривать наши печеночные оладушки. Накрываю крышкой и где-то по 3-4 минуты с каждой стороны обжариваем. Все, переворачиваем наши оладушки. Все, первая партия оладушек готова. В принципе, даже можно жарить на сковороде без масла, да? Там все равно содержится у нас сливочное. Ну, либо периодически смазывать. Все, я допекаю последние оладушки. Признаюсь честно, в тарелке их было больше. Но я уже немного подегустировал. Ну и, конечно же, подаем со сметаной. И я готов дегустировать уже повторно. Очень ароматные, очень нежные. Ну, конечно, со сметанкой это вообще прям будет божественно. Супер. И очень быстро, просто, как бы, минимум посуды, минимум времени, да, там 20 минут, и у нас целая тарелка оладьев готова. Берите рецепт на заметку. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Техника Волмир – лучшее решение. Все ссылки в описании. Пока!